Привет! Вчера наорался на тренировке, но голос подсел, поэтому могу говорить потише. Сейчас музыку потише сделаю. Надеюсь, что меня нормально слышно. А еще вчера... Да, все-таки потише. А еще вчера, значит, вечером, в 7 часов, были соревнования в Иваново, в Ивановском цирке, вот, по ММА, то есть это были финалы турнира, проходящего в Иваново, вот финалы боев, и финалы первенства, ну, значит, области, но дрались ребята, те, кто постарше уже, то есть это уже, в принципе, мужчины. Они вполне себе, мне кажется, могли бы участвовать и во взрослых соревнованиях, но по возрасту не попадают. А по комплекции и по кондиции это даже очень запросто. Вот. А потом были профессиональные бои. Всего было 11 боев. Значит, финальных боев было 6. И потом было 5 профессиональных боев. Хочу сказать, что два самых ожидаемых боя вечера. В обоих боях участвовали ребята из команды Milan Team. Это команда ивановская. Тренирует эту команду главный тренер Ивановской области по ММА Милан Бабаев. Вот. И оба эти парня выиграли. Причем выиграли досрочно и выиграли очень классно. Айк одного зовут, другого Шарап. Прекрасные оба боя показали, просто вообще обалденные. Так как была прямая трансляция вчера в интернете этого всего дела, и, скорее всего, была прямая трансляция, в том числе и на YouTube, я обязательно посмотрю, найду, где это все дело есть. И когда это видео я выложу на YouTube и напишу в свой блог, я постараюсь разместить там ссылки на запись на прямых трансляциях этого дела всего. Вот. Я же там работал, да, вчера доктором у ринга, в ринге. Вот. В общем, интересно было, безусловно. Вообще просто класс. Проводил это соревнование Федерация ММА Ивановской области, президент Григорян Рубин. И он же, и организации его же выступили и спонсорами, в том числе, этого мероприятия. Вот. Особенно приятно мне отметить, что парень просто развивается колоссальными темпами. Почему мне это особенно приятно? Потому что он ко мне пришел тренироваться в свое время, когда ему было всего 6 лет. Вроде бы, 6. Но он был маленький совсем, чуть выше пояса, наверное, мне. Вот так вот. Вот так. Да, сейчас он уже такой мужчина, состоявшийся полностью. И как спортсмен, и как тренер, как педагог, как организатор. Вот. Молодчина. Горжусь. Ну так вот, по поводу боев. Я выложил такую тему, да. В чем сила, значит, ММА? Когда-то давным-давно, много-много лет назад, и, да, вот так уж скажу, я большую часть своей жизни занимаюсь карате. Карате фудокан. Это мое профильное направление, то есть с этого я начинал. Ну, начинал я в свое время с бокса, вот, то есть боксом я раньше начал заниматься, но все мои, скажем так, заслуги и достижения в области спорта, самые большие, связаны с карате.
Вот, и пояса, даны, мастер спорта России и так далее. Вот. И карате мне всегда было интересно. Я когда мальчишкой был, еще мечтал именно заниматься карате. Для меня это было вот самое такое. Я и из бокса-то в свое время, скажем так, шел из секции бокса, потому что открылись секции карате. Мне по карате хотелось. Занимался бы боксом, добился, наверное, таких же результатов в боксе. Ну, боксом продолжал все равно заниматься. Так, для себя. Ну, так вот. Почему я такой прелюдию это делал? Потому что, занимаясь карате, я в какой-то момент все равно пришел к такому выводу, что чистые ортодоксальные стили, они мертвы. Это было настолько давно, когда такого понятия, как ММА, и даже бои смешанные, бои без правил, такого понятия в России вообще не существовало. Вообще. И я был в Иваново, наверное, одним из первых, кто начал синтезировать все это дело. То есть привнес карате, ну, в занятия своего клуба очень много элементов из бокса, вот, из борьбы, из начало контроля средней японского скорости. Джиу-джитсу. Вот, а потом еще и из тайского бокса, когда стал посещать Таиланд, интересно. Ну, показался тайский бокс. Вот, а потом появились эти бои без правил. А потом это все переросло в ММА. Вот. И появился вот сначала в дешоу такая вещь, как ММА, а потом появился этот вид спорта, как ММА, который является абсолютно самостоятельным, который стал абсолютно самостоятельным спортом. Вот. А теперь уже и стал, я бы сказал так, абсолютно самостоятельной школой боевых искусств. То есть абсолютно самостоятельным стилем, направлением, имеющим свою собственную технику, свою собственную стратегию, тактику боя, абсолютно отличную от других боевых искусств. Так вот, в чем сила ММА? Ребят, те, кто занимается ортодоксальным карате, кто занимается боксом, кто занимается борьбой селективно, чем-нибудь одним, вы не обирайте меня. Я высказываю исключительно свою точку зрения. Я понимаю, что у вас может вызвать сильное негодование то, что я скажу вам сейчас. Но я хочу сказать вам, друзья, настоящие бойцы и настоящие воины в настоящий момент есть только в ММА. Ну, в панкратионе. Ну, в ММА. Только там и больше нигде. Настоящие бойцы. Понимаете? Я скажу вам даже так, что те, кто начал заниматься, значит, ММА не с самого начала, то есть именно пришел заниматься сразу вот ММА, а кто пришел из бокса, из борьбы или откуда-то еще, я скажу так, что самые реальные бойцы, что самые реальные боксеры в ММА, самые реальные каратеки в ММА, самые реальные борцы, они тоже в ММА. Почему? Почему? Я именно говорю реальные. Потому что борец, который пришел в ММА, он может побеждать с помощью борьбы, благодаря тому, что умеет противостоять бойцу, ударнику. То есть он занимается тем, что отрабатывает защиту против ударника. Боксер в ММА, или тайский боксер, или кикер, они изучают, как противостоять борцу. И даже если они используют свои профильные направления, они универсальны, настоящие бойцы. Понимаете? А чистый боксер может на улице быть очень опасным, безусловно. Особенно против обычных уличных хулиганов и так далее. Но против, ну, мастер спорта по боксу и мастер, ну, я бы ни за что не поставил бы на улице, если бы была бы драка. Если бы, ну, схлестнулись бы мастер спорта по боксу и мастер спорта по ММА. Мы все прекрасно понимали, например, даже когда был бой с Мейвезера с Макгрегором, все прекрасно понимали, что если бы бой был, ну, без правил, что называется, а именно по правилам ММА, когда разрешено было все, Мейвезер бы проиграл его на первой минуте. На первой минуте запуска. Вот, потому что они могли бы скидывать.
там тактически, ну, пристреливаться, все это понятно. Но как только реально сошлись бы, то есть обмен бы начался или и началась бы там такая на результат, то я забрал бы на одну минуту. Таким решающим приемом, ударом на еще то, что настоял раундов в боксе, это говорит о том, что нилком шит. То есть огромное количество боксеров мирового уровня Макгрегор бы сумел побить по правилам бокса. Понимаете? Если с лучшим, ну, Мейвезером, с лучшим, он простоял 10 раундов. Может, ему Мейвезер и дал простоять 10 раундов, хотя, судя по тому, как они зарубались на пресс-конференциях, я думал, что, конечно, Мейвезер, если бы смог бы, то положил бы раньше, если бы, конечно, не делалась определенная ставка на определенный раунд, условно говоря. Вот тут еще может быть такая ситуация. В любом случае, в первом раунде Мейвезер отхватил тут же, ну, теперь вот, самки снизу, мгновенно. И если бы это было бы ММА, то дальше был бы поход в ноги или еще что-то, и все на этом бы закончилось. Понимаете, опять же, лучшие каратеки, самые лучшие, они где? Они в смешанных стилях. Ну вот Энди Хук, он в ММА не был, он был в Кайван, по-моему, если я не ошибаюсь, дрался по правилам. Лучше каратека в стиле Кёкушин. Они его считают все легендой и по праву. Однозначно совершенно. Он был там, в смешанном стиле. То есть настоящие бойцы, настоящие, они все там. Они в смешанных направлениях. И самые истинные бойцы, самые настоящие, они в ММА. В этом и сила, как ММА. В смешанности и в реалистичности. Есть еще такое направление кудо. У них очень хороший девиз. Реальней только жизнь. Но я хочу сказать, что ММА еще реальнее, чем кудо. Потому что практически это, значит, это уже практически жизнь. Все. Вот так вот. Да. Так что можете писать шквал каких-нибудь эмоций с негативных. Особенно я допускаю, что там ортодоксы подорвутся традиционных каратистских направлений, самстаринных. С древних они особенно в этом плане костные. Вот. Но, ребят, давайте будем абсолютно честными. Нет у вас никаких шансов против бойцов ММА. Я наблюдаю огромное количество соревнований, вот прямо находясь у края татами. И по карате, и по борьбе, и всякие разные другие. И по, ну, ММА. Я вижу, что это такое. Я понимаю, где реально гладиаторы настоящие, где реальный бой. Не хочу сказать, что я всю свою жизнь занимался херней, да, то, что посвятил дело карате. Я очень рад, что в свое время, правда, когда я уже закончил свою спортивную карьеру и завоевание медалей всяких разных и мест, что я занялся именно смешанными стилями. Очень этому рад. Вот так вот. Я абсолютно уверен, даже нет у меня тени сомнений, что ММА вытеснит в контактных видах единоборств все остальные виды. Не то, что вытеснит, но станет просто самым популярным. Останутся все виды. Я, например, обожаю бокс, просто обожаю, я люблю смотреть его, потому что бокс это шахматы, наверное, боевых искусств в какой-то мере. Нет, совру, нет, все равно шахматы боевых искусств это ММА, если это не заруба, а красивый тактический бой. Бокс это скорее, скажем так, шашки, потому что шахматы намного разносторонние. Огромное, гораздо большее количество вариантов и ходов. Бокс в этом плане немножко, ну, проще, потому что как ограниченные зоны поражения,
очень огромное количество правил, только руки, поэтому шашки. Ну и шашки, игра тоже очень интересная, она увлекающая, захватывающая, умная, она даже в какой-то мере может быть иногда интереснее, чем шахматы, да? Вот, для кого-то. Кто-то же любит шашки, и поэтому и бокс сохранится, и борьба, все будет интересно. Вот. Но по зрелищности, нет, не по зрелищности все-таки, бокс очень зрелищный тоже, и борьба зрелищная тоже, по реалистичности и по эффективности, по прикладному значению боевого искусства, именно как боевого искусства настоящего, не какой-то разновидности физической культуры тела там, да? Боевым искусством сам реально будет ММА. Единственное, что не хватает в ММА в настоящий момент, это фундаментальной академической базы, ну, по огромному количеству направлений, начиная от организационных моментов, потому что спорт очень молодой, но я думаю, тут быстро, устаканится все, потому что, учитывая то, что сейчас ММА признан видом спорта и развивается детский спорт активно, то сейчас очень возрастут сильно требования, стандарты к этому всему делу, и станет спорт организованным, а не хаотичным, и все будет нормально. Вот. Это в организационном плане. Не хватает очень сильно тренеров, они еще не выросли, те, которые изначально, мало их очень. Те, которые изначально могут тренировать ММА, как именно ММА. Ну, я об этом говорил уже, потому что огромное количество тренеров, которые выставляют своих бойцов на турниры по ММА, это прежде всего какие-то профильные спортсмены в прошлом, которые перешли на тренерскую деятельность и стали тренировать ММА. Это либо борцы, либо бойцы, ударники, вот, которые перепрофилировались. И, конечно, они сильны в своем, в чем-то прежде всего. А вот когда они вырастут своих бойцов, которые уже попробуют абсолютно все, поработают с разными тренерами и почерпнут от одного тренера элементы борьбы, от другого тренера элементы ударной техники, вот. Они уже вырастут сами тренерами, которые могут строить очень классно тренировочный процесс без какого-то вот акцента. Нельзя, понимаете, отдельно тренировать борьбу и отдельно тренировать ударку. Это как в карате, все теряется, когда отдельно тренируется ката и отдельно тренируется кумите. Получается, что соединить это вообще не представляется возможным. То есть во время ката делается один набор приемов, одной манере исполнения, боец выходит на поединок и ведет себя совершенно по-другому. Посмотрите на ВКФ, как там делают ката и как там делают ничего общего совершенно нет. Поэтому очень часто есть отдельно катисты, отдельно кумитисты. Вот так вот. И здесь то же самое. Отдельно тренировать борьбу и отдельно тренировать ударку — это сразу обречь себя на то, что идеально это никогда совмещаться не будет между собой. Не удастся слить это в единое. Это надо в едином комплексе тренировать сразу, одномоментно. В плане стратегии, в плане тактики боя и так далее. Вот. А для этого нужен такой педагог, такой тренер, который может это объединить с самого начала. Вот этого пока не хватает. Но это очень быстро, понимаете? Ну, как быстро? Ну, годы, конечно, пройдут. Вот. Это что касается тренерской деятельности. Медицинская тематика. Во всех видах спорта, особенно которые очень популярны и развиты уже давно, там очень сильна медицинская поддержка. Профилактика травматизма, восстановление после травм, спортивная медицина в плане правильного построения микроциклов, мезоциклов, макроциклов, чтобы атлеты выходили в идеальной форме на соревнования и все такое прочее. То есть они чтобы были просто машинами, да?
В ММА очень часто бывает не так. Посмотрите даже, как было с Хабибом, когда он должен был выходить на бой, а у него бац, и что-то заболел он, потому что то ли неправильно посушился, то ли еще чего-то. Понимаете, потому что тренер есть, а врачебная поддержка даже у таких атлетов оказывается не на уровне. Что уж и говорить о местечковых самых клубах и там мелких клубах. Вообще с этим просто проблемы. Там в спортивном зале там аптечки даже нет зачастую. Не то, что не зачастую. Вот вы задумаетесь сейчас, те, кто слушает меня. А есть ли вообще в вашей секции, кто занимается карате, борьбой, чем-то еще, там аптечка в зале? Я вполне допущу, что в боксерском самом клубе аптечка есть. В борцовском клубе аптечка есть. А вот у спортивных там, каратистов уже маловероятно. А в клубе ММА ее может не оказаться вообще. Почему? Потому что не об этом они пока думают. Они пока до этого не созрели. Ну, не хватает, значит, уровня. Вот. То же самое обслуживание соревнований. Вы посмотрите, как, что умеют и знают рефери в боксе, профессиональные рефери, да, хорошие. Какая поддержка медицинская там есть около ринга. Вот. Там все это на высшем уровне, это высший пилотаж. Вот. В ММА меньше пока. Пока не очень развито. Сейчас вот Союз ММА, Союз ММА России заботился очень, конечно, тем, чтобы правильно, идеально выстроить работу врачебного корпуса. Вот они в этом плане молодцы. Я в этом плане стараюсь им всячески очень серьезно помогать в плане методических разработок. Ну, чтобы услышали, приходится очень много по этому поводу заработать, показывать свою работу, писать, пробиваться через эти все дебри, потому что организаторы, они не уделяют зачастую этому большого внимания, тем не менее, сейчас стали, и вот формируется врачебный корпус, и благодаря в том числе тому, что я озвучивал на круглом столе, значит, мы в свое время, во врачебный корпус подбираются те специалисты, которые не просто врачи, и не просто спортивные врачи, а те врачи, которые имеют непосредственное отношение к боевому спорту и знают этот спорт изнутри. То есть те, которые сами спортсмены в прошлом или в настоящем. Те, которые являются тренерами. И те, которые являются одновременно врачами. Таких, конечно, 2,5 человека вот сейчас нашли в России. Во всей. Я рад, что я вхожу в их число. Вот. Но я уверен, что таких людей еще найдут. Надо просто поискать. Есть. Да пока нашли так мало. Вот. Но найдут. И вот эти люди как раз и будут, скажем так, обслуживать соревнования. Сейчас пока вот обслуживают крупные соревнования через сами Союз ММА России. Вот. То, что я вчера работал на первенстве и на вот этих профбоях, это благодаря, опять же, моим друзьям, которые понимают прекрасно всю важность и значимость этих вещей. Они являются как раз организаторами, поэтому пригласили меня как врача Союза ММА России, чтобы я эту работу провел и проконтролировал. Потому что очень важно отладить работу и бригады скорой помощи построить правильным образом, и врачей, которые обслуживают спортсмена, получившего травму, потому что врачу какой-то все. Он может работать только в ринге, я не могу потом отвлекаться. И там начался новый бой, а боец, получивший травму, должен где-то получить помощь медицинскую. Вот там находится другой врач. Вот выстроить всю эту работу, правильно все это дело построить определенным образом. Это целая тема. Правильно сформировать его класс, разместить бригады скорой помощи таким образом, которым это нужно. И вообще все это тоже целая тема. Это очень важный момент, на которые надо обращать особое внимание всегда. Но со временем это отладится, будет определенный регламент, и будет все происходить автоматически, практически само по себе. Вот так вот. Просто нужны регламенты. Почему важен
врач, тот, который в ринге, который сам боец, тренер и так далее. По очень важной причине. Потому что нужно следить. Надо, во-первых, надо, чтобы интересно было самому врачу. Он должен следить за боем так же, как рефери, который в ринге находится. Отслеживая любые моменты и нюансы. То есть он должен быть в теме, чтобы интересно ему это было. Не может человек, которому не интересно, там отследить все нюансы. А очень важно увидеть характер получения травмы. Характер получения травмы. То есть нельзя в этот момент тыкаться в телефон, там, разговаривать со своими коллегами. Должно быть полностью в ринге вместе с бойцами. Хотя бы визуально, прямо вообще. Вот. И тогда, когда характер травмы понятен, можно сразу быстро предположить, какие возможные серьезные последствия. Там человека ударили, предположим, ногой по ребрам. Сразу можно будет оценить, каким образом был нанесен удар. Голенью, стопой или коши, да, это под пальцами, например, или как-то еще. И тогда понятно, что, на что первично стоит обратить внимание. То ли там ожидать тупую травму печени, если коленом удар прошел, то ли там ожидать, скорее всего, перелома ребер, если удар прошел, предположим, коши. То ли ждать и того, там, и другого, да? Вот. Но опять же важно понимать, куда пришелся удар самой ногой, когда он приходится по шею, например, или по затылку. Что посмотреть прежде всего? Как оценить ситуацию? Особенно, когда проводятся болевые приемы, тоже важно иметь навыки травматолога и видеть непосредственно, как травма происходила. Потому что одно дело, если, предположим, делается рычаг колена, а другое дело, когда делается скручивание пятки, связки. В другом ситуации боец не продолжит бой, потому что будет у него колено болеть. Но вопрос, какие связки повреждены и куда направить пациента? То ли у него перелом, то ли у него разрыв связок, то ли чего, то ли в травмпункт, то ли еще куда. Как это формировать? То ли вообще там ничего там особенного может и нет. Надо видеть эту ситуацию. И вот эти моменты в ММА, конечно, встречаются намного чаще. В боксе проще. В каком ключе? Там характер травм определен обычно. Он как бы понятен. Он связан с ударами. В ММА травматизм гораздо более разнообразен может быть. Потому что там есть удушающие техники, которые и не всегда приводят к удушению потери сознания. Да? Они приводят к повреждению шейных позвонков. Вот тут оценить это тоже надо видеть, как это все происходит. То ли человека просто задушили чисто, там, да, он потерял сознание, то ли он сдался, когда проводили там удушающий прием, но на самом деле он не столько удушающий, сколько болевой на шею. Это тоже важный момент. И врач это должен понимать, оценивать и видеть. Вот в слабости ММА еще и в том числе вот в этом как бы месте находится. Поэтому самые сильные бойцы там, а вот с организационной точки зрения ММА будет расти очень быстро, когда слабые места в организации будут закрыты. И работа по этому поводу ведется сейчас очень активно. Я рад, что Союз ММА об этом задумывается и привлекает специалистов. Вот, кстати, еду я сегодня ночью, я уезжаю в Москву в аэропорт, а завтра с утра улетаю в Мурманск на, значит, окружные соревнования, то есть округа сейчас идут, да, вот 2 месяца они будут идти, март и, значит, апрель. Будет северо-западный, по-моему, да, Мурманск это северо-западный, значит, округ, окружные соревнования. Вот так вот. Так что оттуда обязательно будет репортаж, будет информация, будет интересно. Напоминаю, что вчера профбои, которые были в Ивановом цирке, где-то можно найти запись прямой трансляции. Я постараюсь тоже найти. Вот. Ну, наверное, на Ютубе надо просто правильно настроить. Это поисковый запрос Иваново. 7 Fight, потому что эти турниры идут под, значит, эгидой 7 Fight. Это тоже компания, которую возглавляет Рудольф Григорян, опять же, вот, президент Федерации ММА Ивановской области. Вот, профессиональные бои ММА Иваново, вот такие вот как бы теги, такие запросы 7 Fight.
Айк Казарян, например, вот, был бой очень известный, поэтому, ну, парень так известный, так как, вот. Поэтому по его бою, может быть, удастся найти это все дело, то есть набрать вчерашнее число и Айк Казарян, нормально, вот, и вы увидите все эти вещи, все эти бои. Может быть, даже вы мне ссылку скинете. Или скинете ссылку под этим видео на Фейсбуке. Раньше, чем я это найду. Я скажу вам тогда за это. Огромный респект вам за это выскажу. Ну, вот так вот. Ладно, друзья. Жду от вас каких-то вопросов. Вот сейчас. Что я уже скоро подъезжаю. У меня есть немного времени. Я приехал раньше, чем надо. Могу на парковке еще 5 минут постоять. Если от вас какие-то вопросы будут. И еще не доехать, надо до места, это тоже минуты 3. Так что минут 10, наверное, у нас с вами есть. Я готов выслушать ваше мнение, ответить на ваши вопросы какие-то. Мне будет интересно. Обязательно, кстати, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Вот. И, значит, основной, который Михаил Шилов, то есть Шилов М. И на канал, на котором я вот такие видео выкладываю, называется Life Channel. Это Михаил Шилов Life Channel. То есть там посмотрите. Надеюсь, что несмотря на то, что мне приходится сегодня тихо говорить, видео, звук вы слышите нормально. Очень хочется в это верить. Когда я на YouTube буду это дело выкладывать, я посмотрю, если звук очень тихий, и если шум его от машины его не перекрывает сильно, я просто звук вытяну немножко, то есть усилю. Конечно, если шум от машины сильно перекрывает голос, то когда вытягивать буду, все будет еще шумнее. А так посмотрим. А может, и нормально все писалось. Михаил, когда еще приедете к нам в Ярославль? Ха! Ну, ребята приглашают меня в Ярославль. Часто боксеры приглашают меня в Ярославль. Там я дружен очень с бывшим президентом Федерации бокса, с Ярославом, который имеет такой, как он себя называет, на Фейсбуке Ярослав Ярославцев. Вот так вот себя называет. Он приглашает меня довольно часто, и гости приезжают ко мне. Они хотели меня пригласить, вот я, насколько знаю, наверное, в апреле, скорее всего, снова провести семинар для боксеров по макеваре. В Ярославле много моих макевар, и камертоны есть, и МБШ, боксеры занимаются на них, и тай-боксеры. И они хотели, чтобы я провел для них семинар, так что обязательно приеду, Дарья. Обязательно приеду. И анонсы о моих таких поездках, они всегда бывают в моих сообществах на Фейсбуке «Боевые там искусства», ну и, разумеется, и просто на странице моей. И ВКонтакте они, и в Одноклассниках. То есть я о всех своих перемещениях, как правило, значит, уведомляю заранее. Вот. Потому что везде есть мои макевары, везде есть те, кто интересуется темами, которые, значит, освещаю я, и я поэтому всегда предупреждаю, чтобы люди, которые им интересуются, могли подойти. Вот опять же, те, кто будет 18 числа, да, сегодня какое число? Вчера 15-е было, 16-е, да, завтра я могу в Мурманск. 18 числа в Мурманске будет как раз происходить соревнование, проходить будет все кружные, значит, ММА. Кто живет в том регионе и захочет либо на соревнования прийти, либо пообщаться со мной, нагуглите, где я там конкретно буду, в каком месте, потому что я, честно говоря, еще не посмотрел сам, мне билеты уже все купили, вот, и на поезд, и на самолет, и обратно. А по поводу гостиницы я что-то забыл посмотреть, там что-нибудь там, что они покупают там, вот.
Поэтому посмотрите, где будут соревнования проходить, в каком спортивном комплексе, и можете подходить туда. Единственное, конечно, это надо делать, ну, если со мной пообщаться. До соревнований, либо после. Вот. И лучше в зале, а не в гостинице, потому что в гостинице я буду отдыхать и работать, как правило. И там еще очень много моментов с там, командами, спортсменами, потому что они постоянно подходят, интересуются вопросами какими-то, там организационные какие-то деятельности с судейским корпусом. Там будет некогда этим делом заниматься. Вот. Буду я там один день, по-моему, я там улетаю сразу же уже 19 числа с утра, да. Поэтому буду я там один день только. Вот. Ну ладно, друзья, пошел я заниматься делами. У меня тренировка сейчас. Всем пока.